А тем временем в преддверии праздника на столичных рынках ажиотаж. Тысячи людей готовятся к приему гостей, покупают овощи, мясо, фрукты и другие угощения. Вот только ценные, признаются горожане, кусаются. Покупатели уверяют, что стоимость некоторых продуктов подскочила аж в два раза. Так, например, килограмм помидоров в обычные дни стоил 50 рублей, сейчас цена доходит до 100. Подобная ситуация в мясном, молочном и других отделах, уверяют жители столицы. Хожу, смотрю, то, что нравится, фрукты беру, а так цены, я бы не сказал, что низкие, не сказал бы, что высокие. Виноград беру, яблоки, но цены, гуляют цены 5-10, 15 бывает, если вот разница бывает. Между тем, продавцы уверяют, в обратном цены, по их словам, изменились лишь на несколько видов товара, и вины предпринимателей в этом нет. Цены поднимают. Вот есть у нас такое, люди, вот, например, я вам сейчас скажу, так как то, что я продаю, эти цены такие же, какие были. Может, на некоторых вещах она поднялась, цена, но это в основном зависит от того, как приносят, что приносят. И сезонная вещь. Сезонная вещь, которая бывает у нас в Дагестане, на нем такая же цена. Ничего не... А то, что приносят за пределы нашей республики, России, естественно, на нем цена поднялась. Потому что одни, вторые, третьи, через перекупщиков, он это все идет, естественно, чуть-чуть будет цена подниматься.